Но прежде всего давайте рассмотрим, как следует подходить к изучению богословия, не имея никаких доктринальных предубеждений. И я бы хотел предложить вам методологию, состоящую из 5 шагов. Я на доске напишу все эти шаги для вас и объясню каждый шаг. И первый шаг — это наблюдение и сбор информации. Что ж, где мы собираем информацию? Для евангельских христиан главным источником информации служит Писание. Но полезной может оказаться и та информация, которая находится в светских дисциплинах и имеет отношение к изучаемой теме. Ее также можно использовать. Но в целом, вот что я делаю. Я открываю Писание и стараюсь увидеть, о чем говорится в текстах Писания. О чем мне говорит здесь автор? Что он говорит о спасении, что он говорит об оправдании, об освящении или о чем-то еще. И даже если у меня есть какие-либо убеждения по этим темам, то я изо всех сил стараюсь как бы отстраниться от этих убеждений и быть открытым, открыть свой разум, свои глаза, свои уши, открытым к тому, о чем говорится в тексте. Увидеть то, что автор намеревался донести. И что ж, как нам это сделать? При помощи буквальной герменевтики. По мере того, как я все это делаю, наблюдение, сбор информации, я обнаруживаю, что несмотря на то, что я рассматриваю тексты Писания отдельно в их собственном контексте, и не пытаюсь на этом этапе сопоставить вместе, что говорят разные тексты Писания, я обнаруживаю, что что-то все равно происходит. И за неимением лучшего определения, позвольте мне назвать это так, формирование образов. Другими словами, я анализирую всю полученную, собранную информацию, но мой разум при этом не выступает в роли пассивного обозревателя. И даже несмотря на то, что я намеренно концентрируюсь на том, чтобы понять значение следующего текста, мой разум пытается структурировать как-то эти тексты, найти некие схожести. И я начинаю видеть некие образы, некие связи в той информации, которая была собрана на предыдущем этапе. И как я уже предложил вам несколько минут назад, на этом этапе у меня нет цели сопоставить полученные выводы вместе. Просто происходит то, о чем мы говорили на предыдущей лекции. Наш разум естественным образом стремится к упорядочиванию, к порядку. И в результате этого, пусть не так осознанно, как могло бы быть в другом случае, но разум все-таки пытается искать что-то, что связано друг с другом, и пытается объяснить эти связи. При этом вы продолжаете собирать информацию, причем вы ищете информацию в самых разных источниках. Что ж, здесь мне следует сделать паузу и сказать о том, что вот этот процесс, этот метод, который мы описываем, не сильно отличается от того метода, который используется в науке. Когда я преподаю этот курс в течение семестра, то я обычно прошу студентов прочитать эссе, написанное Джоном МакГаври, которое называется «Искусство богословия».
Но так как мы проходим этот курс по сокращенной программе, я не могу просить вас прочесть все, что я обычно задаю студентам. Но если вам интересно, то будет полезно прочесть эту работу. Она включена в книгу, которая называется «Самоубийство христианского богословия». И в этой книге, написанной Джоном Монтгомери, есть глава, которая называется «Искусство богословия». И суть написанного Монтгомери в этой главе заключается в следующем. Занятие богословием не сильно отличается от занятия наукой. Конечно, что предмет исследования отличается, но методы исследования очень схожи. И нет ничего страшного в том, что используется метод, который, по сути, научный метод для занятия богословием. Более того, это даже хорошо, что используется такой метод, потому что тот метод, которым пользуются ученые, сформирован таким образом, что он гарантирует объективную обработку и анализ данных. И именно такую цель мы преследуем, когда занимаемся богословием. Что ж, подобно ученому, я анализирую информацию, подобно тому, как ученый закрывается в своей лаборатории и проводит там различные эксперименты. Мои же эксперименты сводятся к экзегезе различных текстов Писания. Я стараюсь понять, что имеется в виду и как это проливает свет на какие-либо доктрины. И в процессе анализа всей полученной информации я пытаюсь сформировать некие образы, связи, как-то структурировать информацию. Но в какой-то момент я перехожу к следующему этапу. И этот этап можно назвать по-разному. Мы же назовем его так — ретродукция. Иногда этот этап называется аддукция или абдукция. И, по сути, все это сводится к следующему. Формирование концептуальных форм. Все это может выглядеть для вас совсем непонятным, поэтому позвольте мне объяснить. Что же происходит на этом этапе? Я уверен, что вы сами испытывали нечто подобное в каких-то случаях, когда сами что-то изучали. Вы собираете сырую информацию, накапливаете материал. Но затем, неожиданно, в какой-то момент, вы собираете уже достаточно информации, чтобы осознать, что есть некий правильный, конкретный путь, по которому следует идти, чтобы понять эту информацию. Это, можно сказать, момент озарения. Но что же вы осознаете в этот момент? Вы начинаете понимать, что вся эта информация учит некой конкретной истине. Но что же означают эти слова? Они имеют под собой латинскую основу. Ретро означает «назад». Дукция, которая есть в каждом из этих трех слов, происходит от латинского слова «дука» — «вести». Так что ретродукция — это «вести назад». Аддукция — «ад» — это «к чему-то». А «аб» означает «в сторону». Итак, о чем же здесь идет речь? Я загрузил всю эту информацию в свой разум. И на каком-то этапе мой разум начинает выстраивать всю эту информацию таким образом, что она к чему-то ведет. А теперь, кто-нибудь может мне сказать, что означает концептуальный гештальт?
потому что именно об этом мы с вами говорили, о формировании концептуального гештальта. Кто из вас когда-либо сталкивался с тестом Роршаха или с пятнами Роршаха? Или знаешь, что это такое? Хорошо, вы, да? Но что же представляет из себя тест Роршаха? И какова же цель этого теста? Что ж, это лист бумаги с чернильными кляксами. Этот лист показывается испытуемому, и тот должен сказать, что он видит. Да. В каких-то случаях это одна большая чернильная клякса, которая закрывает весь лист. Или, как вы сказали, может быть, несколько клякс. Но вот тот человек, который нанес эти кляксы на лист бумаги, намеревался ли он при этом что-то нарисовать, что-то конкретное? Нет. Это похоже, как если бы кто-то писал за столом и случайно перевернул чернильницу, и чернила вытекли и растеклись по всему листу. И человек думает про себя, что же я наделал. Он берет салфетку и пытается убрать чернила. Что-то убирается, что-то остается, но при этом происходит то, что чернильные кляксы приобретают некие очертания, некие формы. И уже затем психотерапевт показывает эти рисунки испытуемым и говорит: «Посмотрите на эти листы, что вы видите?» И при этом что происходит? Разум испытуемого, разум пациента будет пытаться структурировать эти кляксы. Он проведет наблюдение, что он видит на листе, и попытается увидеть в этом что-то, скажем, там, ангела, или слона, или что бы там ни было. Но теория психодиагностики состоит в том, что то, что вы видите, когда смотрите на чернильные кляксы, то, как ваш разум структурирует получаемую информацию, подсказывает психологу, как структурирован и как функционирует ваш разум. И есть надежда, что это укажет на источник проблем, если они есть, психологические проблемы. Вот в этом суть и цель теста Роршаха. Мы с вами здесь не говорим о чернильных кляксах, но мы говорим о формировании концептуального гештальта. Концептуальный гештальт — это определенный взгляд, определенное рассмотрение набора информации. И вот что формируется. Вот, допустим, я провожу экзегезу книги «Послания к римлянам» и исследую третью главу, затем исследую четвертую главу, и я обращаюсь за помощью к словарям, обращаюсь за помощью к толкованиям. И я вспоминаю, о чем говорится в каждом стихе, и затем, неожиданно, я делаю паузу перед тем, как перейти к следующему стиху, и вот оно озарение. Я говорю: подождите-ка, ведь Павел учит о том, что оправдание по вере. Я только что сформировал концептуальный гештальт. Я изучил все эти стихи, которые говорят об оправдании, о праведности, что при этом надо делать, что не надо делать. И мой разум в какой-то момент посмотрел на это все со стороны и сказал: вот в чем суть. Вот что пытается сказать Павел. Он пытается донести до нас, что оправдание по вере, не по делам. Что ж, вот на этом этапе процесса вы формируете доктринальную предпосылку, и, может быть, даже более того, на этом этапе вы формируете доктринальную концепцию. И что же я со всем этим делаю? Означает ли тот факт, что мой разум проделал то, о чем мы говорили, что я прав,
относительно того, о чем учит Павел, или что Библия говорит по другим темам, которые я изучаю. И вот здесь мы переходим на четвертый этап. Что ж, уже сформулирована доктринальная предпосылка или понимание доктринальной концепции. Все это я сделал ненамеренно. Я не уделял особого внимания конкретной информации и не старался прийти к заключению относительно учения этих текстов. Поэтому, может быть, я получил правильное представление, а может быть и нет. Поэтому четвертый шаг — проверка гипотезы. И здесь под гипотезой мы подразумеваем доктринальную предпосылку или доктринальную концепцию. Что ж, как же мне проверить доктринальную предпосылку или доктринальную концепцию, то, что мы сформулировали на предыдущем этапе, на этапе ретродукции, или, если вам больше нравится, аддукции или абдукции? Я понимаю, что я пришел к этим заключениям, проделав экзегетическое исследование, скажем, двух глав послания к римлянам. И, может быть, я исследовал некоторые другие тексты в других книгах Библии. Возможно, я что-то прочел в книгах по философии, о разных концепциях справедливости. Что бы это ни было, я определил те тексты, которые я буду исследовать. И вот на третьем этапе, что произошло, имело место озарение, осознание, что оправдание по вере. И после этого я возвращаюсь и вновь проделываю экзегетическое исследование тех же стихов, чтобы проверить, а на самом ли деле справедливо утверждать, что оправдание по вере. Может быть, в них говорится, что оправдание по делам, а может быть, они ничего не говорят об оправдании. Ну что ж, давайте допустим, что они действительно учат об оправдании по вере. И проделав этот шаг проверки, проделав еще экзегезу, я ставлю перед собой цель убедиться, что действительно эти тексты учат об оправдании по вере. И при этом я буду уделять гораздо большее внимание, исследуя эти тексты уже с этой перспективы. И, может быть, я обнаружу, что этот текст, и, может быть, даже тексты, множественное число, тексты, с которыми я работаю, не только они учат об оправдании по вере, но также они помогают мне понять, что Библия подразумевает, когда говорит об оправдании. Вот до сего момента это было просто библейское слово, некий термин. Мне казалось, что я знаю его значение, хотя вполне возможно, я и не знал. Итак, четвертый этап — проверка. Но что же происходит, если вы проделываете экзегетическое исследование и приходите к заключению, что ж, нет, эта информация, эти стихи не говорят, не учат об оправдании по вере. Учат они нечто немного отличному, другому. В этом случае мне нужно возвратиться на шаг назад и переформулировать доктринальную предпосылку или доктринальную концепцию, чтобы она соответствовала тому, что теперь я вижу в тексте, после того, как я проверил свою теорию или гипотезу. И, быть может, проверив гипотезу, я прихожу к заключению, что большая часть моих мыслей, заключений верна, но есть несколько моментов, где мне нужно немного переформулировать, переосмыслить, исправить. И проделав все эти изменения, поправки, я возвращаюсь к тем же текстам и еще раз смотрю, а правильно ли я все исправил. Соответствует ли моя исправленная предпосылка тому, о чем говорят тексты Писания? Поэтому этап проверки может быть очень продолжительным, может занимать какое-то время.
Что ж, предположим, я на этом этапе проверки и прихожу к заключению, что, что же, да, эти тексты на самом деле говорят о том, что оправдание по вере. Но при этом есть и другие тексты, которые я также исследовал. Скажем, я изучал послание Иакова, и в ней, как вы знаете, говорится о делах, о том, какое они имеют отношение к спасению. И там есть некоторые тексты, которые на первый взгляд утверждают, что оправдание не по вере, но по делам. Что ж, что я делаю в таком случае? Мне нужно более тщательно изучить эти тексты Писания. Или, возможно, есть другие доктрины, которые я до этого сформулировал, которые имеют отношение к оправданию. И я уже пришел к какому-то выводу по тем доктринам, и теперь я сформулировал новую доктрину, и мне нужно посмотреть, как эта новая идея об оправдании по вере согласовывается с теми ранее сформулированными доктринами. И я проверяю эту гипотезу или теорию уже в свете того, насколько эта теория согласуется с другими доктринальными концепциями. Не появляется ли при этом противоречие? Насколько хорошо согласовывается новая доктринальная предпосылка или концепция с уже существующими концепциями? И вот давайте предположим, что плохо согласовывается. Тогда нужно принять решение, а какая же концепция верная? Может быть, я всегда думал, что вот другие доктринальные предпосылки верны, и я сформулировал новую предпосылку, и они не согласовываются. Может быть, тогда мои предыдущие выводы не верны. Может, мне нужно переосмыслить, а стоит ли придерживаться предыдущих концепций? Если все-таки они верны, я остаюсь им верен, то тогда мне все-таки нужно принять решение, а как же согласовать их с моим новым утверждением? А если я был неправ, то мне нужно изменить то, во что я верил до сих пор. Еще раз перечитать Писание. И если я вношу какие-то изменения, то нужно убедиться в том, что эти изменения согласовываются с новой предпосылкой об оправдании по вере. И есть различные типы проверок, позволяющих убедиться, что ваша новая доктринальная предпосылка верна. Что ж, давайте предположим, что мы уже прошли этап проверки гипотезы или теории, и мы удостоверились, что сформулировали доктрину верно. Оправдание на самом деле по вере, и мы достаточно хорошо понимаем, что это означает. Но есть еще и пятый шаг, и я бы назвал его так — синтез. Вчера мы обсуждали с вами отличие между системой богословия и фрагментами богословия. Некоторые богословы, евангельские богословы, скажут вам, что остановиться следует на четвертом этапе. Но, как я вам уже говорил, пятый этап, и вы это увидите, он необходим, так как по крайней мере, он помогает вам еще раз проверить ту гипотезу, которую вы сформулировали. Но этот шаг нужен не только для этого, не только как инструмент для проверки верности доктринальной предпосылки. Синтез или согласование различных идей вместе и создание некой системы идей. Необходим. Синтез необходим, если я хочу, чтобы у меня была система, а не какие-то отдельные, несогласованные друг с другом идеи. И я бы даже не знал, а существует ли какая-либо связь между ними. И вот посему я задаю вопрос.
как мое понимание доктрины о суверенности Бога согласуется с моим пониманием доктрины о свободной воле человека. И так как я знаю, что философия может пролить свет на этот вопрос, вопрос согласования свободной воли и детерминизма, то какая-то информация, которую я буду использовать для размышлений на эту тему, будет взята мной из философии. Я познакомлюсь и изучу определение детерминизма. А также я постараюсь разобраться, что означает противоположное детерминизму. И постараюсь ответить на вопрос, а оставляет ли детерминизм какое-то место свободной воли? И о какой свободе тогда идет речь? Если говорить о недетерминизме, то, конечно, там есть место свободе. Но опять же, о какой свободе идет речь? И все это необходимо учитывать, если мы хотим на самом деле разобраться, как идея о свободной воле человека согласовывается с идеей, что Бог все контролирует. И также я должен задать себе еще один вопрос. А учит ли Писание на самом деле, что у Бога не только есть власть контролировать все в этом мире, но что Он использует эту власть и контролирует все, что происходит в этом мире. И поэтому мне следует задать себе вот такой вопрос. Если у человека в действительности есть свободная воля, то можно ли как-то согласовать это с идеей о том, что Бог все в этом мире контролирует? И, по крайней мере, мне нужно еще раз обратиться к Писанию и более внимательно посмотреть тексты Писания, а действительно ли Писание учит о том, что у человека есть свободная воля. Все это следует делать еще ранее, но, по крайней мере, на пятом этапе. Почему все это следует делать сейчас на пятом этапе? Да потому что пятый этап — синтез — это тот этап, на котором вы пытаетесь формулировать свою систему идей. И система богословия, как мы уже говорили вчера, это такая система, в которой идеи не противоречат друг другу. Что ж, если какие-то мои идеи, богословские идеи, касаются Бога и Его власти над этим миром, а также я размышляю о поступках человека, о его свободе и о нравственной ответственности человека за свои поступки, что ж, какие бы ни были мои убеждения по этим вопросам, я должен сопоставить все свои идеи в систему. И если мои идеи будут противоречить друг другу, если мои представления о свободной воле противоречат представлениям о Божьей суверенности, что ж, тогда в моей системе будет противоречие. А так как в реальном мире не может быть истинных противоречий, то моя система не может быть верной. В ней обязательно есть ошибка. Итак, синтез помогает мне проверить мою теорию, но этот этап также и необходим, чтобы сформулированная система, мое мировоззрение, было согласованным. И я смог бы сказать, вот что Бог думает по такой-то теме, а вот что Он сказал по другой теме. И вот как это все согласовывается между собой. Важно ли это? Конечно. Почему? Потому что Бог дал нам Писание с целью наставления, научения, чтобы мы были готовы для всякого доброго дела. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами.
Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Но если у меня есть идея о том, что Бог все контролирует, которая не согласовывается с моим представлением о свободной воле, и я не знаю, стоит ли мне молиться Богу, чтобы Он показал мне, что делать, какими должны быть мои решения, или мне не следует этого делать, не следует молиться. Ведь если у меня свобода, которая простирается настолько далеко, что я могу сказать, я не позволю никому себе ничего диктовать, то зачем тогда мне молиться Богу, чтобы Он показал мне, что я должен делать? Потому что если Он ответит на эту молитву и покажет, и я последую Его совету, то получается, что я уже ведомый, не свободный, а делаю то, что Он хочет. Или я могу подумать так. Ну что ж, молиться так неплохо в любом случае. Бог не сможет мне ничего навязать. Он лишь намекнет. И так как я верю в свободную волю, я всегда смогу отказаться делать то, что Он мне подскажет. Что ж, подумайте об этом на какое-то время. Если вот такое у нас отношение к собственным решениям, то что все это говорит о нашем понимании цели и действенности молитвы? Что это говорит о том, как мы принимаем решения? С другой стороны, если я верю, что Бог контролирует все, что происходит в этом мире, и у Него есть определенные желания, что бы Он хотел, чтобы я делал в каждой конкретной ситуации. И Он тот, кто желает отвечать на молитвы, и Он мне покажет, что нужно делать, то тогда я буду горячо и страстно молиться. И если у меня только нету серьезных намерений ослушаться Бога, то если Бог покажет мне, что мне следует делать в конкретной ситуации, то я сделаю именно так. И я не буду чувствовать, что мне навязана эта модель поведения. Я, скорее всего, скажу, если этого Бог от меня ожидает, то я с радостью это сделаю. Что ж, если это отношение и подход, который нам следует избрать, то в этом случае наши взгляды и понимание молитвы будет сильно отличаться. И также у нас будет иное представление о том, навязывает ли нам Бог что-либо, или Он позволяет нам принять какое-то решение. Если у Него какие-либо истинные желания о том, что нам следует сделать в каждой конкретной ситуации, или Он заботится только о главных, судьбоносных решениях, таких как наше отношение к Нему или наш грех. Поэтому этот шаг, этот этап синтеза очень-очень важен в этом процессе. Позвольте мне кое-что еще добавить, то, что говорил Монтгомери. Монтгомери говорит, что по мере того, как богослов занимается своим делом, он должен делать это, помня о следующем. Есть некий аспект богословия, который Монтгомери называет сакральным. А есть еще один аспект богословия, который он называет творческим аспектом. Что же он имеет в виду? Когда он говорит о сакральном аспекте богословия, то он подразумевает весь этот процесс, который мы описали. И он говорит следующее. Все то, что мы изучаем, не является незначительным. Все это важно. И нам следует все это изучать. И когда мы подходим к моменту составления собственного богословия, то должно быть ясно, что мы на самом деле
обо всем этом беспокоимся, что мы искренне хотим докопаться об истине о Боге. И, к примеру, когда мы говорим о том, что Бог верен, это не просто некая предпосылка в доктринальной схеме. В этом мы находим для себя огромное ободрение, что неважно, что встретится на моем пути, Бог останется верным тем обетованием, которое Он дал. «Не оставлю и не покину вас», — Он сказал. «Никогда не позволю вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении дам вам и облегчение, чтобы могли перенести». Это и многое другое Бог обещал. И так как Он верный, Он будет верен своим обещаниям. И та часть моего богословия, которая раскрывает Божьи атрибуты, должна согревать мое сердце, должна показывать мою любовь к Богу и к истине, о которой я говорил. Кто из вас знаком с книгой Джеймса Пакера «Познание Бога»? Похоже, все вы знакомы с этой книгой. Эта книга представляет собой прекрасный пример богословия, в котором превосходно раскрыт сакральный аспект. Эта книга посвящена описанию различных атрибутов Бога, но она не написана таким холодным, строгим академическим языком. Она написана очень интересно. Конечно, она академически выдержана, но когда вы читаете ее, вы обнаруживаете, что получаете не только информацию о Боге, но вы замечаете, что Пакер любит Бога, искренне любит. Он с огромным удовольствием пишет об этих истинах о Боге. И очевидно, что он сам находит огромное ободрение в Божьих атрибутах, будучи сам искренне верующим человеком. Но есть еще и творческий аспект богословия. И он, опять же, относится ко всему процессу богословия, но особенно к процессу написания нашей системы богословия. Когда Монтгомери говорит о творческом аспекте богословия, то он имеет в виду вот что. Есть различные пути написания выводов по систематическому богословию. Вы можете написать свои доктринальные утверждения подобно тому, как вы составляете список продуктов перед тем, как идете в магазин. Но в этом случае ваш читатель умрет со скуки. Да, быть может, вы отразите основные факты, но всякий, кто захочет это прочесть, может в процессе заснуть. Не занимайтесь богословием таким образом. Пишите так, чтобы было интересно. Многие люди являются очень творческими натурами. У них очень богатое воображение. И мы не говорим о том, что нужно изменить содержание доктрин, добавить что-то такое необычное, цепляющее внимание. Нет, нужно точно отразить все то, что вы обнаружили в Писании во время вашего изучения доктринальных вопросов. Но некоторые люди на самом деле наделены творческими способностями. Они могут удивлять вас, когда пишут, казалось бы, известные обычные вещи. И когда вы читаете богословие, написанное такими людьми, то оно читается легко, занимательно, потому что написано интересно. И это справедливо не только для написания богословия. Это также справедливо и для проповеди, и для учения. И я надеюсь, что несмотря на те долгие часы, которые вы проведете здесь в классе, на этом курсе, мне удастся преподнести этот материал таким образом, что вам не захочется уснуть. Конечно, я не могу вам этого гарантировать, но я очень надеюсь, что так будет. И также ваша вовлеченность, ваше желание изучать материал
вносит свой вклад в ход нашего курса, делает его более интересным для всех, кто здесь, и для тех, кто будет смотреть это по видео. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.